Всем здравствуйте! Пандемия коронавируса сильно ударила по семейному бюджету актера. Звезда любимого многими сериала «Физрук» остался без работы. Все бы ничего, но Евгению Кулакову нечем оплачивать долг по ипотеке, а усугубляет ситуацию, что ему нужно содержать сына-инвалида, который нуждается в курсах реабилитации. Оказалось, что у сына актера ДЦП и аутизм. Для того, чтобы обеспечить мальчику комфортные условия, Кулаков арендовал специальный подъемник за 9000 рублей в месяц, а благодаря поддержке друзей приобрел медицинский вертикализатор за 300 тысяч. Сейчас артист нигде не снимается, а его семья живет на выплаты и пенсию по инвалидности. Однако этого не хватает, чтобы оплачивать долг по ипотеке, который супруги не могут оплатить уже 3 месяца. Кулаков и его супруга могли бы продать вторую квартиру, чтобы хоть как-то рассчитаться с долгами, однако имущество оформлено на сына, поэтому родители ничего не могут сделать. Переехать в нее тоже не получится, поскольку небольшая квартира, оформленная на мальчика, расположена на 4-м этаже в доме, где нет лифта. Сейчас семье актера остается только надеяться на то, что в скором времени Кулаков найдет работу и вернется к съемкам. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!